Ребят, добро пожаловать в художественный музей. Одна природа, где обнаженка? Можете наблюдать работы Леонардо, Донателло, Микеланджело. Обалдеть! Что такое? Да я не думал, что черепашки-ниндзя еще и картины рисовали. Господи, пройдемте дальше. Маклабухин, слушай экскурсовода. Не мешайте, я искусством наслаждаюсь. Это ж черный квадрат Малевича? Нет, это выключенный плазменный телевизор. А, напоминаю, мы руками ничего не трогаем. Баклановна! Твою! Сфоткайте, как будто я картина! Ну что за поведение? Ну почему вы не хотите наслаждаться живописью? Не впечатляет! Вот видели бы вы наши разрисованные задние парты! Вот то живопись! В таком случае дверь искусства для вас закрыта. Подожди-ка, в этой же рамке была картина Мона Лизы. Баклановна, она случайно порвалась. Но я все исправил, от оригинала не отличить. Я увольняюсь.